Интервью с полузащитником команды МПГУ Андреем Беломыцевым. Поздравляю с победой сегодня. Расскажи, как складывалась игра. Спасибо. Ну, игра складывалась достаточно тяжело. Хочу отметить соперника, который хорошую игру продемонстрировал. Но думаю, у нас сегодня лучшая игра сложилась, чем вчера. Мы неплохо мяч контролировали и реализовали свой момент. Поэтому здорово сыграли. Но все-таки открыли счет команда ДВФУ. Как потом собрались, удалось отыграться и даже выиграть? Ну, я думаю, они забили гол, не исходя из логики игры. Мы мяч контролировали, и этот гол нам никак не повлиял на нас. Мы продолжили нашу игру играть и в итоге забили 2 гола. А завтра играете с хозяевами, видели их игру уже? Да, вчера посмотрели. Я думаю, они примерно такая же команда, как Владивосток. А как здесь разместились в Крыму вчера? Посмотрели город Севастополь? Очень хорошо разместились, хороший прием здесь. Вчера погуляли по Севастополю, покатались на катере. Все здорово, нам все нравится, погода по сравнению с Москвой. Очень приятно и спасибо организаторам. Спасибо, удачи.